Thank you.
Хорошо, можно пристегнуть собаку на поводу. Собака показала очень-очень красивую работу, с большим желанием она работала. Меня очень впечатлило движение рядом. Собака постоянно смотрела на проводника, не отпускала голову, ну, чуть-чуть в конце, там, незначительно на обратном пути. Может быть, он устал от такого длинного движения рядом, но рядом было супер волшебно. В корректной позиции, с хорошей концентрацией, с поднятым вверх хвостом, с состоянием хорошим у собаки. Все, как я люблю. Возьмите собаку за ошейник, пока я не стал нервничать. Без замечаний движения собаки рядом с дрессировщиком. Отдельно мне также хотелось бы еще отметить подход к дрессировщику. Собака делает это сразу с флипом, она подходит и возвращается, и садится сразу с левой стороны в прыжок. Это достаточно сложно сделать, очень много было подзывов, то есть и с намордником, и на лакомстве, и ни разу собака не села криво, она все время в корректную позицию возвращалась. О, и даже с аппортом она после аппортировки вернулась, то есть очень хорошая команда ко мне с корректной позицией. Подход к дрессировщику 13 баллов, снимать здесь нечего.